Рады приветствовать вас на 17-м выпуске Европейского города в Майнкрафте. Хочу сразу вас поблагодарить за ваши идеи. Некоторые из них, возможно, скоро будут реализованы, но это не точно. А мы тем временем приступаем к обзору. Снаружи это небольшое здание, коробка, размером 45 блоков в длину, в ширину 28 блоков и в высоту 10 блоков. На крыше расположены два шара и кегля между ними. По соседству пока что жилые дома. Возле входа-выхода находится стойка, где можно оплатить игру, выбрать дорожку. В общем, здесь 6 дорожек. Сверху подвешено табло. Здесь у нас лежат шары. А это попытка симитировать кегли. Думаю, вполне похоже получились. У окна расположены диваны. Здесь можно отдохнуть после игры. Здесь также можно заказать себе еду и выпивку. В самом конце боулинга находится настольный хоккей. Вот и подошел к концу 17-й выпуск Европейского города в Майнкрафте. Жду ваших идей, оценок, что вам понравилось, а что не понравилось. Что нового вы узнали? А у микрофона сегодня был Лавчуня. Услышимся, увидимся в новом выпуске. Всем до скорого, всем arrivederci.